Добрый вечер. Добрый всем вечер. Значит, ну, смотрите, немножечко так обсудив вопросы каббалы и о том, что происходило, еще раз, вот появление каббалы, оно как бы привело к затуханию еврейской философии. И постепенно она сойдет на долгое время, ну, почти на нет. То есть, скажем, вот человек, которого, может быть, сегодня мы будем упоминать, Раби Моше Исерлис, это второй ашкеназский автор Шульхан Аруха, у него есть нечто вроде философской книги вообще-то. Ну, то есть хорошо видно, что он философских трудов не читал. Вот хорошо видно, что это что-то очень странное. Вот. Значит, с другой стороны, начало развиваться где-то вот в это время, начинает действительно постепенно очень мощное развитие опять галахи. Вот с галахой история выглядит следующим образом. Она вот во времена, скажем, Талмуда и Гаонов очень мощно развивалась, в основном занятия были посвящены ей. Потом на некоторое время следует ее затухание, а именно вот для того, чтобы было понятно. Есть два типа изучения. Изучение Талмуда и изучение закона. Они могут расходиться, эти занятия, но это немножко разные источники. В изучении галахи очень большую роль играет изучение респонсов и литературы посттолмудической. В изучении Талмуда это другие люди, это комментаторы Талмуда. Например, вот смотрите, из комментаторов Талмуда наиболее известные, ну, естественно, Раши, Аль-Фасси, авторы Тосафот, но, например, вот Пискей Раша. Раша вообще-то в свое время был довольно известным галахистом. До нас дошли сборник, ну, составленный из разных источников, респонсы Раши, то есть ответы на галахические вопросы. Тем не менее, как посек, как тот, кто определяет облик галахи, он малоизвестен. И на него ссылаются именно как на комментатора всегда. Значит, где-то вот в описанный период, сейчас, который я начну, галаха начинает сильно подниматься. Говорю, что первый признак того был, это, безусловно, труд Рабейну Ашера, это Арбатурим. То есть это как-то второй кодекс после Рамбама, спустя 2,5 века, была попытка написания нового кодекса именно галахического. Но на все на это наложилось довольно важное событие. Это событие называется изгнание из Испании. Оно произошло приблизительно, считайте, вот для ориентировки, вот просто для того, чтобы было ясно, к чему привязываться, год открытия Америки, 1492, да? Вот это и есть год изгнания из Испании. По этому поводу, вот, например, американские евреи очень любят писать по поводу того, что открытие Америки дало возможность, как бы, пристанище евреев, и Америка была пристанищем евреев. Ну, это неправда. Еврейская община Америки в тот период, в 16 веке, вещь не сильная. Не сильно это самое, хотя там были еврейские общины, но это было слабо развито. Главная еврейская, естественно, община Америки, это, вы долго будете смеяться, даже не 19 век, а 20-й. Причем именно из ашкеназских стран, и, скажем, самые вот 30-е годы 20 века, одной из самых многотиражных газет Америки была газета на идиш. Супер многотиражная, то есть миллионный тираж газета была.
Ну, в следующем поколении она практически прекратила существовать. Я даже не знаю, существует ли она. Она еще долго потом существовала. Так, влачила жалкое существование. Поэтому, когда говорят, что Америка была там прибежищем для евреев, это неправда. Это был конец XIX века. В США, вот давайте про Америку более конкретно. В США была довольно приличных размеров иммиграция в основном из Галиции. Надо сказать, что Галиция эмигрировала с дикой скоростью евреи. Галиции именно больше всех. Это именно самый такой главный край. Но любое, если вы возьмете любую мемуарную литературу или дневники путешественников XIX века, второй половины XIX века, вы обнаружите, что Галиция оценилась как самое отвратное место. По экономическим причинам и политическим тоже. Там все смешалось, Галиция была неприятным местом на самом деле. И там демографическое было страннейшее положение. Вот, значит, сильно меньше, то есть увеличение еврейской общины Галиции совершенно не сопоставлено было ни с одной другой местом в Европе. Наиболее медленное просто за счет миграции. То есть Галиция работала на вывоз. Значит, США было довольно приличное из Галиции. Из Украины некоторое количество там было. Я специально в данный момент различаю. Я знаю, что Галиция сегодня в Украине. Но тогда Галиция находилась в Австро-Венгрии. Поэтому я хочу тут оговориться. Это очень полезно просто политически. Куча народа регулярно забывают сравнивать хронологию. Я не говорю, вот Галицию я отделяю, ровно потому что она в Австро-Венгрии в этот момент находится. Значит, вот это любимое письмо о том, как хорошо живется в Америке, это самое начало 20 века. Эссен Сардинкин, Смит Сардинкин. Здесь так хорошо живется, что я каждый день кушаю сардинки с сардинками. Вот это из письма реального описания. Но надо заметить, что как раз толстая жизнь в Америке, она видна из других иммигрантов, например, из немецких иммигрантов. Есть несколько замечательных писем. Из Германии, я имею в виду немцев-немцев. А тут надо заметить, что еврейская иммиграция идет после немецкой волны иммиграции. Из Германии была огромная экономическая иммиграция. И настолько, что там был период, когда еще был вопрос, будет ли национальным языком Америки английский или немецкий. То есть там была грандиозная миграция, куча народа просто не знают этого, что из Германии там огромнейшая была миграция, чисто экономическая, кстати, при этом не политическая. Но, короче, евреи, вот когда было изгнание из Испании, евреи не очень-то туда и поехали в Америку, да и некуда было еще ехать. Но вы себе представляете, евреи – городские жители, и они приезжают в дикую Америку, а дикая в данном случае – это то слово, которое надо употреблять, совершенно неосвоенную территорию, где надо заниматься сельским хозяйством вообще-то, единственное разумное занятие, которое там есть. Евреи занимаются сельским хозяйством в начале 16 века, это полный бред. И там вот где-то в начале сионистского движения будет много говориться о том, что евреям надо вернуться на землю, но евреям запретили фактически в Европе, фактически запретили, там не было специального закона, но запретили владеть сельскохозяйственными землями и рабами еще в раннем Средневековье, поэтому евреи, которые занимаются в Европе сельским хозяйством, таких не было просто. В отличие, скажем, от Турции, то есть или Востока, где были евреи, которые традиционно продолжали заниматься крестьянским трудом. Их, впрочем, было немного, они потихоньку тоже в города переезжали. Вот, поэтому в Америку-то особенно не ехали. Значит, указ об изгнании, вот я хочу тут немножечко истории, просто чтобы было полезно, в чем были проблемы. Изгнание евреев из Испании, значит, застало евреев неподготовленными. Вот если в германских княжествах евреев регулярно изгоняли, и они довольно легко перебирались с княжества в княжество,
И связано это было с тем, что евреи были полностью готовы к изгнанию, в том смысле, что они, германские евреи не любили недвижимость. Они знали вот эти обстоятельства, что в любой момент может появиться указ об изгнании, и по этому поводу у них они регулярно обращали все свое имущество в носимые ценности. Такое количество там евреев, ювелиров, связанных с таких профессий, легких, легко перевести имущество, оно как раз связано именно с этим. Но это именно в Германии. В Испании, а потом это задело еще общину португальскую, через несколько лет будет еще указ об изгнании, у евреев было довольно приличное имущество в недвижимости. И, ну и в производствах в некоторых. Все-таки для тех, кто не понимает, там вот на тему производства, это уже эпоха, ну то, что в экономике называется меркантилизм, это довольно длинная история, там, я в экономику не вхожу. То есть там были уже торговые такие весьма активные дела. Ну, меркантилизм пока это не столько производство, сколько торговля, но тем не менее. Значит, проблема в том, что, значит, и так, вот изгнание из, ну, чтобы даты были понятны, изгнание из Испании это 1492, а с Португалии 1497, через 5 лет. Обосновывалось изгнание, еще раз, количество евреев, которые постепенно под давлением королей Кастилии, Арагона и других стран, постепенно крестились, хотя тайком продолжали быть евреями. Оно их росло, и там было некоторое количество, которое до этого в предыдущих всевозможных постановлениях было. И то, что евреи крестятся для вида, было, в общем, всем известно. Секрет был тот еще. И, собственно, если вот читать указ, значит, короля, то вы обнаружите короля и королевы, естественно, Арагона и обеих Кастилий, то вы обнаружите, что там одно из главных пунктов состоит в том, что некоторые наши добрые католики обратились в еврейскую веру по причине того, и причиной того мы усматриваем то, что вокруг них было слишком много евреев. Ну, добрые католики – это те же крещенные евреи, конечно, были, а не урожденные добрые католики. Да. А то, что на них дурно влияют евреи, ну, это действительно какой-то, действительно сложилась бредовая ситуация, что части еврейского населения запрещено соблюдать что-нибудь, если их поймают, их могут на костер потащить, а часть может идти просто вот по улицам, размахивая тфилин и этим самым лулавом, совершенно открыто, получилось как-то бредовая вещь, что за то, что человек является евреем открыто, ему ничего не будет, а за то, что тайно, его наказывают. То есть это как-то, ну, получилась какая-то действительно бредовая ситуация. И, значит, и эту бредовость поняли король Испании. Значит, Фердинанд второй, по-моему, да, второй, и Изабелла, значит, они стали указ. Значит, главная проблема этого указа состояла в том, что по этому указу, значит, имущество в виде драгоценностей, золота, ну, вот то, что может служить для торговли, запрещено к вывозу. Плюс ко всему, указ изгнания из Испании, оно, в общем, покинуть Испанию надо в течение 3 месяца, что означает, что невозможно продать недвижимость, невозможно продать дома. Я хочу опять еще. И до этого Испания пыталась бороться вот с этим влиянием евреев на новых христиан, то, что называлось, на новых католиков, созданием гетто и обязательно гетто. Это, надо сказать, безнадежное занятие. Евреи предпочитали всегда кучковаться. И это еще большой вопрос, кто создавал гетто. Христиане для евреев или евреи сами для себя создавали их? Потому что евреи предпочитали селиться в собственном квартале друг рядом с другом.
Для тех, кто в это не верит, я рекомендую почитать огромное количество респонсов по поводу права продажи домов неевреев в гетто. И все общины, просто все поголовно, принимают постановление о том, что, в общем, продать дом в еврейском районе не еврею – это вещь почти невозможная. То есть, безусловно, евреи всегда имеют право преимущества. И есть просто херем, который это запрещает в некоторых общинах. Херем – это значит постановление под угрозой отлучения, который просто запрещает продавать неевреям дома в гетто. А если продавать, то тогда требует, если нееврей покупает дом в гетто, он обязан сдавать его евреям. То есть он может его купить только как финансовое вложение, а не как место проживания. То есть там еще большой вопрос. Поэтому то, что король пытается евреев поселить в гетто, но если это на ком-то отразится, только на очень богатых евреев, которые хотят жить в каком-нибудь роскошной части, в роскошном квартале города, это на них только может повлиять. Но чтобы было понятно вопрос о гетто, значит, в Вене, в конце 18 века, значит, евреи имели право жить только в гетто. Но так как гетто всех не вмещало, то, например, чтобы получить возможность там поселиться, кто-то должен был оттуда уехать. Причем за этим следили. Сами жители Вены, еврейские жители Вены, и там либо кто-то умер, либо кто-то выехал. Только тогда человек имеет право поселиться, следующий войти. То есть число проживающих было четко фиксировано. Это в городе Вена. Столица Австрии, Венгрии. Да? Но то же самое творилось повсюду, на самом деле. Гетто скучно и страшно. В некоторых городах, например, в Кракове, хороший пример, евреи не любили селиться вне гетто, но гетто в куче городов имело возможность просто запереть ворота. То есть это не просто отделенный квартал, это был еще и крепость внутри города. И такую систему поддерживали власти, потому что евреи, как я напоминаю, коронная ценность, коронное имущество, и если начнутся очередные погромы, то вообще власти хотели бы, чтобы евреи были защищены, потому что погромы, власти не любили погромы. Вот тут, нет, они иногда любили, но это нужно... Ну, как и всюду, в политике иногда выгодно погром, иногда не, чаще невыгодно, но иногда полезно выпустить пар, например. Но чаще всего в нормальных обстоятельствах власти не любили погромы, просто потому что это покушение на имущество, причем серьезное. Значит, в Испании евреи... Вот теперь вопрос, значит, на выбор предоставляется, можно креститься. Вот сколько народу покинули Испанию, сколько крестились, тут идут большие споры, идут по-разному, разная оценка. И смотрите, я очень не люблю числовые оценки исторические назад или вперед, потому что... Ну, вот весь мой опыт работы с демографией, со статистикой, старые и древние, он весь показывает, что всегда, что она очень ненадежна, и выводы наши очень ненадежны. Вот давайте скажем так. Оценка, сколько евреев покинули Испанию, она колеблется от 30 тысяч до 300 тысяч. Надо сказать, разброс огромный. Разброс на порядок, но вы просто представьте себе, вы поездами вывозите 30 тысяч человек или 300 тысяч человек. Вы просто представьте, о чем идет речь, вы поймете, что это просто не по порядкам же величин, а там по порядкам идет речь. Значит, количество тех, кто предпочел креститься, было явно очень большой. Потому что вот это есть косвенный аргумент в пользу того, что их было много.
по причине того, что впоследствии несколько раз давались указы и в Португалии, и в Испании, даже спустя 100 лет. Отдельное разрешение, массовая эмиграция этих псевдохристиан, просто разрешение им уехать. То есть, вы представляете, да? Вот до чего, да, если там это были считанные люди, то такого, таких указов нет. Но время от времени появляется бреве Папы Римского, который просто вмешивается и позволяет это. То есть он не верит в этих новых христиан, новых. Там четыре поколения этих новых христиан уже, и он все равно в их христианство не верит. И не без оснований, кстати, не верит. Есть причина в этом не верить. То есть их было много, тех, кто предпочел остаться. Более того, собственно, практически все, кто пытался уехать, на самом деле их уговаривали не уезжать и остаться, ну, креститься, причем с явным намеком, ну, хоть для вида. Это сделайте, мы сделаем вид, что вы искренние. Но это... Еще раз, бывали, наверное, случаи, но не в этих обстоятельствах искреннего крещения. Теперь вопрос, вот куда, вопрос главный был, куда уезжать. Ну вот в течение 3 месяцев надо покинуть страну, вы вдруг узнаете, что вам в течение 3 лет надо покинуть страну, но вам куда 3 месяцев, извините. И вам ее надо куда-то покинуть. Значит, проблема выглядит так, что вдоль границ стояли, ну, это таможенные, как бы теоретически это обозначено было как таможенные посты, а так как вывозить драгоценности запрещено, то там шли повальные обыски, ну и грабеж тоже приличный был, естественно. Поэтому, правда, вдоль по суше как-то не очень хочется. На кораблях тоже некоторая проблема взойти на корабль. В основном ехали на кораблях, и тут вопрос номер 2 – куда? Просто куда ехать? Как-то ни странно, первым вмешался султан турецкий в эти дела, который заявил, что вот просто открытый текст султана, письменно нанесенный на бумагу. Короли Испании сошли с ума, отказавшись от такого имущества. Он разрешает всем евреям, испанским евреям, въехать на территорию Турции. Считая, что он этим вложением приобретает очень много. А Турция тогдашняя – это не нынешняя. Тогдашняя Турция – это нынешняя Болгария, Греция – это огромные куски Европы. Это в Африке огромные владения. Это очень. И по этому поводу как раз в Турцию уехало очень много народу. При этом потом Турция, еще раз, я имею в виду большая Турция, великая порта, блистательная порта, извините, правильный термин в данном случае. Блистательная порта – это несравненно больше, чем нынешняя Турция. И, например, герой человека, о котором я собирался рассказывать, Раби Йосеф Каро, он проживал в Андрианополе, а в взрослом виде это место, где он проживал, это Болгария современная вообще-то. Вот. То есть это там. Значит, огромное количество пыталось уехать в Португалию, но еще раз, из Португалии изгнание произошло через 5 лет, произойдет изгнание из Португалии. Значит, часть очень хотела отправиться во Францию, туда вот, поближе к Испании, а из Португалии в Северную Францию. И идея состояла здесь важный момент, потому что понятно, что такие евреи имеют связи экономические с Иберийским полуостровом, ну, в смысле с Испанией, Португалией, и им через них очень выгодно вести торговлю, потому что связи, они дорогого стоят такие. И большинство собиралось, в общем-то, продолжать работать с Испанией. Я почти не сомневаюсь, что часть, приличная часть, надеялась, что все это время, что удастся вернуться.
Нет, не удастся. Как вы помните, евреям в Испанию разрешил вернуться только генералиссимус Франко в 20 веке. Значит, до этого, да. Значит, впрочем, нет, тут надо заметить, что при Франко и при Салазаре, по крайней мере, во время Второй мировой войны, и испанское правительство негласно, и португальское евреям помогали вообще. Негласно, нет, официально нет, но негласно посольством и консульством был отдан приказ помогать. Где можно, то есть они в этом смысле уже к тому моменту вели себя крайне порядочно. Значит, часть поехала в Нидерланды, ну, то, что сегодня называется, я даже не знаю, как обозначить, Нидерланды, это, слушай, тут Голландию как-то переименовали на днях, как она теперь называется у нас. Сыр теперь не голландский, а нидерландский, да? Не помню. Дело в том, что у меня было в взрослом виде одно потрясение. Я привык считать, что главная книга, по которой я знаю Голландию, это «Тилюлен-Шпигель», она голландская, а оказывается, она бельгийская. Вот. Я, конечно же, в детстве не понимал, что та часть, о которой идет речь, в этой книге, она находится на территории нынешней Бельгии. То есть там вот, ну, вот эти края. И там очень приличных размеров еврейская община возникла, хотя надо заметить, что приличных размеров она находилась там, шла длинная война за испанское владение на этой территории. Тут надо понимать эту особенность. Значит, во Францию довольно приличное количество отправилось и часть Германии. Теперь дальше вот здесь, на самом деле, вот здесь надо остановиться, и возникла некоторая проблема в связи с, я не буду там рассказывать продолжение этой истории, но были серии истории про то, как дальше будет история, связанная с, что делать вот с этим огромным населением, маранов принято в русской литературе пользоваться словом, в еврейской литературе почему-то утверждается, что это неприлично, это слово употребляют и предпочитают слово анусим, вынужденно крещенные. Проблема маранская для еврейской общины будет заметной и долгое будет время еще обсуждаться. А, значит, проблема, которая возникла, выглядела следующим образом. Вообще есть правило, оно традиционно было правило, о том, что, это закон Талмуда, о том, что в одном городе не может быть две общины. Вот. Это правило строго соблюдалось, как бы, и в каждом городе должна быть одна община. Это означает один рав де атра, один городской совет, ну и так далее. Все синагоги одинаковые, ну и так далее, и так далее. Испанское изгнание как-то ни странно очень сильно повлияло на вот это явление. И выяснилось, собственно, две вещи. Зависимость от того, в какие края евреи переехали, испанской общины могло происходить две истории. Либо она брала власть в этом месте, и община местная становилась испанской, либо она подчинялась местной общине. Например, вот род Эмдиных, это изгнанники из Испании вообще-то, которые поселились в Германии в городе Эмден, это название города, но приняли местные обычаи целиком и полностью. В большинстве в германских краях, где общины были сильные,
собственно говоря, они ассимилировали испанских евреев, тех, которые там решили остаться. Там они были полностью ассимилированы, и испанских общинах, в германских общинах нету. Под германскими общинами я хочу подчеркнуть одну вещь. Под германскими общинами я имею в виду германоговорящие общины. А германоговорящими общинами, кроме германских княжеств и австрийских княжеств, являются также польские княжества. Польша – община германоязычная. На территории России, я напоминаю, евреям жить запрещалось. До 1917 года. Нет, евреям разрешало, я напоминаю, для тех, кто забыл, это не евреи пришли в Россию, это Россия пришла к евреям. Евреи жили на территории Белоруссии, ну, Белоруссии, Украины, ну, вот этих, Литвы. И когда туда пришла Россия, по разным, это самое, в основном по разделам Польши, но иногда по этим самым, по договорам, с, ну, тоже связано с польскими делами, на самом деле, все это то, что на Украине, когда русские на Украине. То это Россия туда пришла, и далее вот черта оседлости как бы, сейчас, черта оседлости, это как бы евреи имеют право, не должны проживать в царстве в России. Это продолжение, это как бы матушка Екатерина пыталась закрепить вот это положение дел, что евреям нельзя жить, проживать в России. На практике мы знаем, что как это происходило, там длинная история про черту оседлости, евреев это очень сильно обижало. Хотя как бы с точки зрения властей. Значит, второй пункт состоит в следующем. Значит, это, я говорю, Турция и Германия. Германии в большинстве случаев евреи как-то общины принимали. Теперь дальше. Что касается Франции и так далее. Все-таки для того, чтобы иностранцы поселились на любой территории, вы зря думаете, что можно, значит, просто приехать и сказать, я теперь здесь жить буду. Нужны какие-то договоренности, нужны какие-то разрешения нужны, ну, документы тогда не очень, но нужны какие-то договоренности с властями. По этому поводу, значит, ну вот давайте так. Значит, Франция как бы, вот давайте чуть-чуть более ближний период, и вы поймете, в чем проблема. Чужие евреи, они иностранцы. Вот, скажем, Великая Французская революция, когда она объявляет эмансипацию евреев, она дает его франконским общинам, то есть классической Франции, но не дает ее поначалу, но не дает общинам Эльзаса. По причине того, что это германоязычная община, и они чужие. Вот. Они чужие, и им дадут через несколько месяцев, но не сразу. Но вот это ощущение, что это чужие, вот свои, да, мы все про них знаем, они нормальные люди, хвостов у них не растет, мы с ними знакомы, а вот те вот германоговорящие, вот точно хвост надо найти. Прячут хорошо, наверное. Но, тем не менее, французская революция, она довольно принципиально работала, ну, знаете, как любая власть с принципами, она принципиально проводит политику. Если ее политика нарывается на непонимание, она для этого есть гильотина для тех, кто не понимает нашу политику. Но при этом они вот прямы как дубин. Значит, Франция... Генрих II, 1550 год, да, это у нас, издал указ, то есть через полвека после изгнания из Испании, издал указ, который полностью приравнял испанских евреев к местным, предоставив им все те же права, что и франконской общине. Но еще раз, ашкеназской общины в Англии, не во Франции нету. Это, ну, я специальное слово употребляю, франконская
сегодняшняя община, сегодняшняя французская община – это в основном выходцы из Северной Африки. Значит, основная количественно. Алжир, в основном Алжир, немножко Марокко, но больше Алжира, естественно. Значит, тогда это, значит, тогда было дано разрешение евреям жить, где они хотят, разрешение значит, значит, в Испании, далее, евреи поехали в Северную Италию. Вот теперь аккуратно с Италией. Италия – это по тогдашним временам, сегодня мы глядим на карту, сапог, он и есть сапог. Да? Тогда это такое большое лоскутное одеяло. То есть там куча княжеств. Единого итальянского королевства не существовало да, со времен падения Римской империи, какой бы датой вы это ни датировали. Значит, в первую очередь евреям полностью безвозбранно разрешили пробивать на своей территории испанским, на территории вначале Савойи, потом к этому добавилось, вот теперь тут проблема. Ницца, мы привыкли к тому, что это Франция, тут еще большой вопрос, Ницца это Франция или Италия по тогдашним временам. Ницца там присоединилась, и там вот эти страны, значит, Северная Италия в основном, значит, теперь, Венеция и Генуя. Венеция – это огромная, по тогдашним временам Венеция – это очень сложная, огромная вещь, но, например, туда поехали довольно приличное количество людей, и именно в Южной Италии, Сицилии, огромная община оказалась на Сицилии, но я напоминаю, Сицилия отличается от Италии, да, по причине того, что Сицилия, например, дольше всех находилась под арабским влиянием, это самое, принадлежала вообще арабам. Вот, значит, на Сицилию приличное количество приехало, в Геную поменьше, пожалуй, но, скажем, Дон Ицхака Барбанель, он пребывал в Венеции, но тут надо понимать одну простую вещь. В основном разрешение на пребывание евреев давали те, кому нужны были торговцы, которым нужны были связи экономические, там экономическая подоплека под всем этим была. Вот те, кто не хотели лишней конкуренции, у которых своя собственная торговля была хороша, это Венеция как раз. Им евреи были не нужны, они только мешали. И для, я, может быть, упоминал, может быть, нет, но, скажем, вот основные проблемы в средневековых городах были между вот, евреями и христианами связаны не столько с религией, сколько с всякими торговыми делами. И, например, обычно тяжелые проблемы были между цехом мясников и еврейской общиной, потому что еврейская община составляла приличную конкуренцию цеху мясников. Кожевники, но кожевники тут опять вот ситуация выглядит так. Описание, скажем, еврейских общин земли Израиля, их много сохранилось. Вот на Востоке, когда евреи занимаются мастеровыми делами, да, впрочем, по всей, под Востоком я буду иметь в виду, вот кроме Африки и Святой Земли, еще Болгарию, скажем, Грецию. Вот одно из основных еврейских занятий были меховщики и красители, красильщики. В Египте, например, очень много было, я даже не знаю, как это называется, те, кто производят кудель. Э,
не ткани, а то, из чего делаются ткани, вот еще раньше. Вот это вот. Но я хочу заметить, что все эти профессии, например, в Греции, найти меховщика, Греция знаменита своими шубами. Я не знаю, почему, зачем Греции столько шуб, и где они там нашли погоду для шуб. Но поймите, вся Греция, греческая меховая промышленность, она еврейская. Ну, я не знаю сейчас, в каком она состоянии находится, но еще там, скажем, в конце 20 века это была очень серьезная контора такая. Значит, опять, из Испании не этих специальностей люди приезжали, но уже по специальностям вы понимаете, что это края общества, это очень плохие профессии. Вы что думаете, шляпник, сумасшедший болванщик у Льюиса Кэрролла случайно сумасшедший? Это профессии связаны. У него профессия такая, производители фетра сумасшедших там было полно по причине того, что это ртутное производство. Там все очень просто. Там чистая химия совсем стоит. Значит, но еще раз, в основном основные места, куда переехали евреи, оказалась Африка и Турция. Это основные места. Наиболее массовые. Вот вы сегодня глядите на карту, где находятся сефарды. Сефарды – это есть испанские общины. И вы обнаружите, Африка упирается в земля Израиля, далее в Турцию. Практически уже нет, ну, современную Турцию. И очень приличные общины в нынешней Греции, Болгарии. Теперь на этой почве вообще община Болгарии, не испанская, а болгарская, существовала века до 20-го, но весьма в ограниченных количествах. Это экзотика такая была. Была болгарская община, существовала отдельная, местная. Но испанская там была настолько сильнее, что болгарских краинов практически никто не знал. Впрочем, тут надо заметить, что они были ребятами суровые, и если вы им задаете вопрос, можно ли, то вы будете уверены, что, скорее всего, получите ответ «нет». Поэтому у них не любили спрашивать. Значит, практически болгарская община практически целиком стала испанской. Салоники. Кто слышал там, кроме Сипа? В результате, например, для Северной Африки главным еврейским языком становится испанский. Это ладино. Ладино – это испанский, причем кастильское произношение лучше, чем нынешнего испанского, сохранившееся, кстати. Но в качестве классического примера в ладино – и он все еще джи, как и положено, джидерия. Да? В современном испанском худерии там произошел вот этот переход. В ладино он не произошел. Они отделились до этого перехода. Поэтому там вот, когда читаешь, надо понимать, что куча переходов, которые произошли, там процессы испанского языка, не коснулись ладино. В результате вот испаноговорящие общины появились в Африке. И во главе этих общин стоят за редчайшими исключениями испанские евреи, выходцы из испанских краев. Определяется это и знать этих общин, она выходцы из Испании, а никогда не местные. И, скажем, вот принадлежность там по фамилиям, определяемая по родам, и сегодня существенный некоторый момент, и там... Я не советую человека с фамилией типа Дерри сказать человеку с фамилией типа Толедано, что он тоже сефард. Толедано обидится и объяснит, что сефард здесь он, а не Дерри какой-то. Потому что Толедано – это из Испании, а Дерри – это местный кто-то. Ну, они тоже на ладино перешли, я хочу заметить. Все они перешли, но как бы знать она испанская в этих общинах еврейских. Вот.
Значит, и в результате, да, но в некоторых местах в результате возникли, вот, например, в Салониках, в это самое, возникли, как бы в первое время существовали две общины, местная и испанская, что сущее безобразие. Но через короткое время, за исключением нескольких краев, в основном в Нидерландах именно, это одна из первых стран таких образцовых, где существовало две общины, одновременно в городе была испанская община, сефардская и германская, ашкеназская. Они одновременно существовали, и, например, вот в книгах, вышедших в Голландии, регулярно стоит пометка от испанской общины типографии или от или от ашкеназской. Там это просто проставлено прямо на книге. Чья из общин это была? В основном вот наиболее характерно, где не произошло смешание общин, это Нидерланды, самое характерное место. В Германии это практически нигде не было. Это было в нескольких итальянских странах. Кстати, при этом я хочу заметить, что итальянская община, она очень не похожа на все остальные. Я много раз это говорил. Но в некоторых городах были две общины, испанская и местная. Причем еще позже появится еще третья ашкеназская община там, в Италии. В Италии были города с тремя общинами. Но это редкость такая большая. Как правило, это не допускалось. И в большинстве случаев там, где могли настоять, что этого не будет, и что будут одна община, удавалось это сделать. Только там, где это не удавалось, возникло две общины, а иногда и три впоследствии. Значит, вот, например, это только в Италии. Одна община говорит на итальянском. Кстати, не на еврейском итальянском, а на итальянском итальянском. Одна община говорит на испанском, на ладино, а одна община говорит на немецком, ну, на идиш. Немецкий тот еще, конечно же, но опять. Идиш – это же куча разных вариаций. Вот. В результате возникло, да, но дело в том, что на самом деле для некоторых общин появление испанской общины очень сильно повышает уровень и учености, и экономический уровень. Просто по причинам вот реализации тех самых связей. По этому поводу, ну и умений, которые привезли эти люди. И для Северной Африки, для общин Северной Африки, испанская эмиграция, она сильно способствовала росту этих общин, и они только выиграли от этого. Других, я еще раз говорю, их спокойно переварили, вот в германоязычных странах их переварили надо совершенно свободно. Известны рода и сегодня там некоторые ашкеназские, которые происходят из испанских стран, но вот в качестве хорошей иллюстрации были обратные иногда переезды, но, например, самый известный сефардский человек, естественно, его фамилия, вы правильно угадали, Лурия Ашкенази. Ашкенази – это немец, а Лурия – это район Лурия, он, это Северная Италия, из Северной Италии, то есть, чтобы было понятно, откуда он такой. Да? То есть он, но он сефард на всю голову. Значит, герой, о котором я собирался рассказывать, это Раби Йосеф Каро. Именно так его и надо произносить, как бы он ни писался, пишется он по-другому. Родился он, Каро, это, чтобы было понятно, он пишется со второй буквы Алов. Родился он в Испании. Но называется, что такое не вовремя родиться. Он родился в 1488 году, за два года до изгнания из Испании. То есть ему было 4 года во время изгнания из Испании. После этого он, значит, естественно, уехал из Испании. Уехали они в район Турции. Вначале в Константинополь. Тут евреи – люди упертые, ежели город называется Кушта, то есть Константинополь, то они будут его до 20 века называть Кушта, хотя кто помнит, что это Константинополь, кроме
тех, кто мечтает воздвигнуть крест на Айя София. Вот. Кто же это помнит? Стамбул, он и есть Стамбул, Кушта. Причем вплоть до того, что на типографии, стамбульской типографии, так стоит Кушта, до сих пор стояла до 20 века Кушта слова. Константинов. Значит, он переехал вначале в Константинополь, он там осиротел, он был у брата, там длинная история его молодости. Потом он переехал в Болгарию, ну, опять, это та же Турция, это Никополь, это Болгария сегодняшняя. Значит, потом, опять отдельная история, он переехал в Святую Землю. Кстати, редкостный случай, в Святую Землю Раби Йосеф Карой переехал не по причинам политического или экономического порядка, а по принципу. Он приехал чисто по зову, тут даже не сердца, а по зову ангела, который ему повелел. И когда он не сразу выполнил, явился и объяснил, что, в общем, это безобразие полное, что ты должен переезжать. И он переехал в Святую Землю, в город Цфат. Значит, биография неинтересная в том смысле, что внешних событий в биографии очень мало. То есть биография хорошего ученого. Я всегда утверждаю, что биография хорошей жизни хорошего ученого. Родился там-то, учился там, потом преподавал там. И умер, список работ смы там-то. Ученики смы там-то. Это идеальная биография хорошего ученого, который счастливо прожил жизнь. Когда такую биографию пытаются украсить, его обижали власти, он обижал власти и так далее, то это, в общем, уже не идеальная биография ученого. Они должны... Впрочем, я вас уверяю, что, по-моему, половина истории про ученых, которых кто-то обижал, выдумана. То есть, нет, ну, обиды какие-то были, но чаще всего орденом обнесли какие-нибудь такого типа. Хотя бывало, все бывало. Можно привести истории. Ученые, они тоже разные бывают. Некоторые из них там вон в подпольных всяких делишках принимают участие. Типа Галуа. Ну да. Значит, нет, у этого биография была очень удачной. Собственно говоря, ну, нет, конечно, не без трагедии он там. Овдовел довольно рано. То есть, ну, там были свои, были эпидемии, которые унесли жизнь его детей. То есть, у него хватало бед в жизни, но это такие вот, ну, вот обстоятельства, от которых никто не застрахован, что называется. Значит, как это ни странно, он решил заняться довольно важной вещью, а именно повторить две работы, которые были до этого. Значит, первое, что он делает, он занялся действительно довольно серьезным вопросом. Он начал свою работу с того, что очень рано он начал писать комментарии к Шульхан Аруху. То есть, извините, он начал писать комментарии к Рамбаму, а потом к Арба Турим Раби Якова, Арба Турим стал писать комментарии Раби Якова бен Ашера. И, значит, если к Рамбаму у него комментарий, он называется Кесов Мишны, Кесов – это не серебро Мишны, не подумайте, чего плохого, он имеет в виду, там надо смотреть предисловие, слово имеет в виду страсть по Мишне. Касав – это еще одно значение – желать.
значит, он, если вы прочтете там предисловие, это прямо прописано, что он имеет в виду. Это не серебро Мишне, а именно... Да, комментарий к Мишне Торе традиционно вторым словом ставит слово... Одно из слов в комментарии всегда Мишне. Кесов Мишне, Магит Мишне, Лехам Мишне, Меркевет Мишне, ну и так далее, и так далее. Комментарий к Шульхан Аруху, слово Мишне в себя принято вставлять это слово, добавлять это слово. Это традиция, причем вот, например, Меркават Мишне, это, по-моему, вообще 20-й век комментарий уже. Это некоторая традиция. Вот это. Он пишет комментарий Кесов Мишне, правда, не ко всей, не ко всему Рамбаму, не ко всем Арбатурим. Дело в том, что у него был предшественник, и он его дополнил замечаниями, которые у него нет. По этому поводу он не ко всем томам есть. В основном комментарии, это любопытно смотреть, в основном комментарии не галахического свойства, а именно анализ источников. Анализ источников и разбор ситуации там, где Рамбам вступает в спор с Райвадом. Причем тоже на основании первоисточника все споры. То есть он не выступает там как посек в этом комментарии. То же самое, что ценно. Его комментарий к Арбатурим, он такой же. Он не галахист там в основном. Он там выступает именно как аналитик, он комментирует источники. В чем разница? Вот здесь вот начинается разница. Дело в том, что Арбатурим, в чем вот Арбатурим, главная и проблема, которая оказывается в Арбатурим, автор Рабейну Яков бен Ашер не решился писать так, как Рамбам. Вот Рамбам, я говорю, у Рамбама основной признак. Он не пишет нескольких мнений. То есть есть, я могу сказать, так как я все-таки это самое, то у Рамбама есть несколько случаев, но это считано, я боюсь, что 10-15 таких случаев на всю книгу, вот эту толстенную, где он приводит мнение гаонов. Там, где он резко с ними расходится. Но, когда он приводит мнение гаонов, это обычно означает просто, что это более принятое мнение. Он не согласен, но иногда он приводит иногда это мнение, но это большая редкость. То есть, на самом деле, практически никогда не приводит два мнения по одному вопросу. Автор Арбатурим так не решается этот номер проделать. И он записывает всегда кучу разных мнений. В результате Арбатурим в качестве готового справочника по галахе не годится. Это неплохо для изучения, но там слишком, там по каждому вопросу приведены основные мнения все. И это, вот, это проблема, потому что вот характер однозначная псика, то, что называется однозначное галахическое решение, она скорее характерна для испанской общины, а не для германской. Германская община не любит однозначную псику вообще. Ну, на бумаге. Равин-то он это делает, а на бумагу они не любят класть однозначное решение. Значит, испанская община по тем временам предпочитает его. По этому поводу это одна вещь. Вторая вещь, мнения Рамбама, они на самом деле в части Йом-Юми, повседневной части, они не очень соответствуют испанской общине, как-то ни странно. Поэтому по поводу Раби Йосеф Каро, главный его труд, это труд Шульхан Арух, накрытый стол, дословно накрытый стол, где он составляет сборник Галаха Псука, то есть однозначная Галаха, и этот сборник останется настолько главным, что, скажем, следующий раз такой кодекс целиком,
следующий раз такой кодекс будет написан только в 20 веке. То есть от 16 века до 20 века этот кодекс останется самодостаточным. То есть он будет основой, причем основой настолько, что правило очень простое. Если человек утверждает, что галаха как Шульхан Арухи, то галаха как Шульхан Арухи, он не обязан ничего доказывать. Если он говорит, галаха не как Шульхан Арухи, он обязан это обосновать. То есть это правило, оно есть. Нет, разумеется, все чуть-чуть сложнее, там нет такого правила. Я в следующий раз расскажу подробно, как формируется Шульхан Арух. Это дословно, это безумно интересно, потому что... Но вот что ценно? Человек, который берется за эту работу, Раби Йосеф Каро, он перед этим проделает две огромные работы, комментирует два кодекса предшественников. Кодекс Маймонида и кодекс Арбатурим. Он провел вот эту работу, и только после этого он решил, что он может взяться за собственный кодекс. То есть это не человек, который... Вот Рамбам, как бы у него комментирий к Мишне, а потом сразу кодекс. Рабейну Яаков по-другому немножко действует, но он... Ему сложнее, чем Рамбову было, кстати. Потому что он привык очень много обосновывать именно респонсами. Рамбом куда более прямой в этом смысле. Ему он как бы респонсами не особо заморачивается. Значит, но в результате родилась книга, написанная, вот Шульхан Арух написан ученым, который именно на этом специализируется. Потому что он проработал два кодекса, результат у нас перед глазами, значит, его комментарии Кесов Мишна к Мишне Тора и комментарии Бейт Йосеф, дом Йосефа, к Арбатури. Он у нас перед глазами. Как бы, вот если вы откроете Арбатури, любой том, то там обязательно будет комментарий Бейт Йосеф, как основной комментарий к Арбатури. То есть в этом смысле это уникальная такая вещь. И вообще в современном мире принято говорить, что необходимость такого кодекса понадобилась испанским евреям, которые были оторваны от родины. Которые были оторваны от общины, они действительно общины разваливались, но я в это не верю. Вот честно вам говорю, по самой простой причине. В отличие от того, кто это пишет, писал в 20 веке, я хорошо себе представляю стоимость книги в ту эпоху. И человек, который в одиночестве бродит по разным странам, купить таких размеров книгу. Я позволю себе усомниться в его возможностях. То есть есть люди, которые могут себе это позволить, но вы хоть представляете, сколько стоит книга по тем временам? Просто вот сколько. Поэтому представить, объяснить, давать такие простые объяснения, скажем, даже моя марксистская какая-то симпатия к простоте экономических объяснений, свойственных марксизму, не позволяют мне ссылаться на эти аргументы, но тем не менее, вот принято говорить, это было принято в 19-20 веке, мне кажется, что эта позиция плохо согласуется с реалиями. Но, скажем, эти люди, которые тогда писали, они тогда интерес к каждодневным реалиям был очень слабый. Вот какое-то большое любопытство к... Это другая школа, это школа аналов, французская школа, Марк Блох, Бродель, вот эти вот ребята. Вот они как бы побудили интерес к истории повседневности.
до них как бы ученые пренебрегали и регулярно умудрялись написать вещи, которые плохо, у меня плохо монтируются с историей повседневности просто. Тем не менее, Раби Йосеф Каро начинает писать эту книгу. Я думаю, что я не знаю вот мотивов. Он понимал, что она необходима. Зачем она необходима? Мне трудно сказать, но, скажем, ну, наверное, для людей, которым такие книги необходимы. Есть люди, которым такие книги необходимы. Вот эти мотивы, как бы хороших, простых объяснений, почему тот человек или иной пишет ту или иную книгу, сказать трудно. Вот зато обычно легко сказать, почему книга востребована. Она отвечает каким-то, затрагивает какие-то струны. Вот. Ну вот так. Значит, дальше я подробно буду рассказывать о Шулхан Арухе в следующий раз, потому что там два автора, там есть еще один автор. Но это в следующий раз. Если есть короткие вопросы, я отвечу. Если нет, тогда перейдем ко второй части. Ну, не ко второй части, а как к следующему уроку. Что это за кодекс 20 века, который отличался? Аруха Шулхан. Аруха Шулхан, Раби, это польский автор. Значит, зовут-то у нас Йехиэль Михаль Аарон Галеви Эпштейн, глава судья города Новгородка, по-моему. Новгородок, наверное, да. Значит, это 20-е годы. Он замечательный. Аруха Шулхан, я могу сказать. Значит, с моей точки зрения, это лучшая книга современная. Действительно, он приводит. Она также нумеруется, как Шулхан Арух. Там те же нумерации, те же, ну, то есть ссылки удобные. На главы, но не на параграфы. Параграфы другие, разбиение на параграфы другие, но и Раби Йосеф Каро, разбиение, значит, в Арбатуре нет разбиения на параграфы вообще, у него главы только. И Аруха Шулхан не делает собственное разбиение на параграфы, но нумерация глав, заголовки глав он сохраняет полностью. Это сохранилось все это. Есть вещь, которая называется Шулхан Дераф, но я плохо понимаю. То, что до нас дошло, слабо отличается от Шулхан Аруха, честно говоря. Там скорее важнее примечания, с моей точки зрения. Но это только хабадникам этого не говорите, то, что я это сказал. Вот. Значит, кстати, он на весь Шулхан Арух у него не получилось, конечно. Он не успел ее сделать все четыре части. Значит, «Аруха Шулхан» – лучшая книга, ну, скажем, я люблю брать галаху оттуда, когда нужна галаха псука, когда нужно просто посмотреть, там, нужно ли говорить шахахияну на клубнику, ну, потому что по ряду мнений шахахияна не говорится на... Только на фрукты говорится, но не на том, что растет непосредственно на земле. Там он на огурце, он говорит, надо говорить. Так и пишет огурцы. Ну, ивритскими буквами. Вот. То есть вот такие вещи я предпочитаю смотреть по нему. Но опять там... Некоторые предпочитают, значит, есть классический комментарий к Шулхан Аруху повседневную на Орва Хайм, он только на первую часть Шулхан Аруха, но это каждодневная жизнь, это Мишна Брура. И там, скажем, до сих пор регулярно идут споры, по кому надо брать галаху, по Мишна Брура или по Аруха Шулхан. Там есть разные люди, делают разные предпочтения. Аруха Шулхан проще читать, чем Мишна Брура, кстати. Он еще проще написан. Может быть, поэтому я предпочитаю.
потому что Мишна Брура очень ученый комментарий и приводит слишком много мнений, на мой вкус. Но это вопросы вкусов абсолютно. И кто я такой, чтобы решать, кто из них лучше, это вопросы предпочтений. Ну вот так. Спасибо. Тогда переходим к следующей части.